Провести строительно-монтажные работы по замене кровли жилого дома номер 12/5 на улице Ландышевой удалось благодаря региональной программе капитального ремонта. На объекте, на котором мы сейчас находимся, значит, капитальный ремонт кровли закончен. Собственники помещений ответственно подошли к данному вопросу по оплате взносов. Значит, вовремя их платили. Процент взноса был порядка 75%, поэтому капитальный ремонт выполнен. Замечаний на сегодняшний день нет. Любовь Петухова живет в этом доме уже много лет. Она из числа тех собственников, что регулярно оплачивают квитанции за капитальный ремонт. С новой крышей, признается женщина, жить стало комфортнее и спокойнее. Многие жители Сочи не очень-то вообще верили в эту программу, как-то скептически относились к этому. Вот, в частности, и в нашем доме были тоже такие собственники. Но после того, как вот, так скажем, было видно, что сдвинулось это дело с мертвой точки, так скажем, да. И вот, пожалуйста, первые результаты уже есть и в нашем доме, поэтому я думаю, что люди должны сделать выводы. Но проект коснулся не всех жителей дома на Ландышевой. Отремонтировано только два блока, где взносы производили регулярно. Собственники квартир в третьем блоке оплачивать квитанции за капитальный ремонт стали только сейчас, когда своими глазами увидели результат. Однако в краткосрочный план на этот год им уже точно не попасть. Надежда остается на год будущий. Все вопросы по данной программе им удалось задать лично главе города Анатолию Пахомову. Люди, которые платят, они хотят, чтобы эти деньги, их взносы, шли исключительно на их дома. И поэтому закон теперь будет только так. Платил, на дом получил. А это уже улица Пасечная. Дом номер 11 также попал в программу капитального ремонта. На объекте заменили кровлю и водостоки. Здесь взносы оплачиваются в 100% объеме. Ремонт был произведен качественно. Мы очень довольны подрядчиком. Очень хорошие мастера были, добросовестные, сделали крышу добросовестно. Первое испытание прошли мы, крыша не течет, ну и отсюда и состояние подъезда улучшилось, вода не бежит по стенам. Сегодня жители дома на Пасечной также подали заявку на обновление фасада. В скором времени, обещают в департаменте городского хозяйства, начнутся и эти работы. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.